Привет, друзья! Это я, Сергей Бадюк, и вы смотрите мой новый фильм из цикла «Страна героев». Вас наверняка удивил антураж, в котором я сейчас нахожусь. Друзья, это не антураж, это не декорации. Это город Ростов-на-Дону, это район Ростовского моря. И в этот район, скажем так, приличные люди не заходят. В то время, когда мы здесь находимся, уже тут находиться иногда совершенно небезопасно. Прямо за спиной у нашего оператора находится знаменитая пельменная, когда-то была, то есть райончик тот еще. И от него, честно говоря, и сейчас веет какой-то безысходностью, но все идет, все меняется. И стараниями очень многих людей, в том числе нашего главного героя сегодня, этот район начинает преображаться, как начинает преображаться и город Ростов-на-Дону. Он становится красивым, современным, безопасным, удобным для жизни городом. Я надеюсь, что с каждым годом он будет становиться все лучше. Я редко говорю эти слова, но сейчас я хочу сказать слова огромной личной благодарности главе района Первомайского, который своим волевым решением принял этот груз на себя, и прямо на месте пельменной, пельменную закрыли. Сейчас на месте пельменной строится православный храм. Скоро мы там общими усилиями поставим рядом с храмом, там будет воскресная школа, будет спортивная площадка. Иди сюда, собачка, иди ко мне, мой хороший. Собачки, Миша, иди, иди, мой сладкий, иди сюда, хороший. Видите, какой песик здесь прекрасный ходит. Совместными усилиями, я надеюсь, этот район поменяет свой облик, и он станет любимым местом отдыха всех ростовчан, всех гостей, всех, кто приезжает в город Ростов. Но кто-то был должен сделать первый шаг. И вот наш герой, Леша Попович, сделал этот первый шаг вместе со своей семьей. Сейчас мы с ним познакомимся. Вы знаете, я не снимаю фильмы про молодых ребят. Леша всего 31, и, честно, я считаю, что человек, если он в 50 уже занимается спортом, единоборствами, сделал что-то мощное очень в жизни, тогда он достоин фильма. Но Алексей относится к тому небольшому количеству, к счастью, молодых ребят, которые уже в 31 сделали что-то очень важное, которые служат флагманом, ориентиром для огромного количества молодежи и людей постарше. Такие люди есть в нашей стране. Это и Саша Герунов, герой фильма, который я снимал. Это Денис Минин, человек, который стал застрельщиком и первопроходцем в теме воркаута по всей территории бывшего СССР. Я обязательно еще и про Дениса фильм сниму. Молодые, сильные, уверенные, верующие ребята, которые ведут за собой массы, массы молодежи. Это очень круто. Поэтому я, недолго думая, назвал сегодняшний фильм «Один в поле воин». Это очень русская тема. «Один в поле воин». Сегодня вы узнаете секреты тренировок настоящего русского богатыря. Он не выглядит как гламурные парни из журналов. У него нету 6 кубиков. Он такой с явно избыточным вроде весом. Похож на Винни-Пуха. Очень добрый, очень улыбчивый. Но при этом я вам честно скажу, что людей такой физической силы, таких физических данных, такой целеустремленности и такого патриотизма я встречал мало в своей жизни. Поэтому, друзья, встречайте. Леша Попович, фильм «Страна героев», серия «Один в поле воин». Поехали! Oh,
Добрый день! Ос! Как дела? Хорошо все. Батюшка? Ты что, богатырь? Ос! Рад тебя видеть. Добрый день. Добрый день. Ос. Ну вот мы и на месте, друзья. Мы сейчас немножечко поработаем. Я так понял, что у нас трудовая повинность. Есть. Вот. А потом будем продолжать снимать наш фильм. Не покидайте нас. Кино будет очень интересно. Батюшка, ну поработали, чуть-чуть поговорим. Слава Богу. Да. Три года вы здесь, да? Да. И помогает кто-то? Я знаю, только сейчас тронулась история с храмом. Ну да, на самом деле люди откликнулись. Очень много доброжелателей, очень много людей вот, готов поблагодарить. Третий дом помогли вот сейчас кровля. Самое тяжелое стало для нас. И финансово очень тяжкое. И руками, в принципе. И вот третий дом, дай бог здоровья, ребята полностью откликнулись, оплатили крышу. Ждем декабря, накроем, войдем, будем служить. Администрация помогает? Администрация, глава, если бы не помог, не тронулась бы даже. Глава администрации, отдельное спасибо. Артур Манелович помог нам, поэтому дай бог здоровья. Алеша-то наш работает? Я что-то мало смотрю, вы как-то ему мало работы даете. Не, мы его в основном на силовую. На силовую. Мы все маленькие, худенькие, а ему надо мощную работу. Он ее сделает и домой. То есть работы тут еще много, да? Работы очень много, рук не хватает. Много людей откликнулось, много помогает, но все когда-то рано или поздно устают, и нужна им замена. Ну и обращаюсь ко всем ростовчанам, ко всем парням. Парни, нету возможности помочь финансами, придите, руками что-то поделайте. Лично я вам буду очень благодарен, и батюшка будет благодарен, да и сами вы поймете, что сделали доброе дело. А если у кого-то есть возможность помочь деньгами, прямо сейчас, когда я говорю, на экране вы увидите номер счета, на который можно перевести копеечку, хоть 100 рублей, хоть 1000, кто сколько сможет. Тут много работы, и даст Бог, с этой работой мы справимся. А мы продолжаем снимать наш фильм, и наш герой, настоящий русский богатырь, Леша Попович. Поехали. Ну, Леха, наконец-то я до тебя добрался. Райончик, конечно, тот еще. Но с Божьей помощью справитесь, я надеюсь. Конечно. Только с Божьей. Скажи мне, пожалуйста, Леш, вот как началась история? Меня поразили сначала твои ролики в интернете, потом, ты помнишь, мы списались, потом мы встретились, потом мы начали общаться, потом я принял решение снимать про тебя фильм. История, вот как ты пришел в спорт, с чего начиналось сесть? А я был толстым, и меня... Ну, толстым был. А сейчас ты похудел, стал блондином. Нет, был, высоким. Был промежуток времени относительно короткий, когда я действительно был стройным, даже кубики пресса были. Но я чисто не прекращал заниматься спортом. И вот сейчас имею то, что имею. Благодаря спорту в том числе. Скажи мне, пожалуйста, сколько лет тебе было, когда ты начал заниматься? 13 лет я уже так занялся спортом, и спорт стал моей отдушиной. А что послужило толчком, Леш? Все вместе, в совокупности. Было вот желание стать сильным, чтобы изменить свою жизнь, потому что, ну, только спортом мог поменять свою жизнь, я это понимал.
начал потихонечку. А что, а выбор, вот выбор карате и железа, как так получилось? А начиналось все не с карате, началось у меня все с бега. С бега. В соседней роще. Я еле-еле пробегал там один круг, там где-то 200 км. Ага. Вот. И со временем я добегался до того, что стал бегать в соседний город Новочеркасск, 33 км легко. То есть ты 33 км пробегал? Марафон, это все было не проблема. Ну, был вес у меня 80-78 кг при моем росте. А когда карате появилось? Карате появилось... Ну, наверное, лет 20, вот так вот уже что-то. То есть уже 20 лет тебе было? Да, лет 19. Я пробовал заниматься, но это было как вот наскоками. А какими стилями карате ты занимался? Худо, кёкушинкай, шотокан. Худо, кёкушин, то есть все практически? Да, я пробовал все стили. А почему кёкушин? Жесткий силовой стиль, где требуется набивка и такие серьезные физические кондиции. То есть он психологически ближе всего тебе? Да, оказывается. И психологически, нет ударов руками, ну, как-то вот легче мне там было. Я почему-то внутренне чувствовал, что было ощущение, что именно в этом стиле у меня будет получаться лучше всего. Ну, так и оказалось. А когда пришло решение, вот я называю эти подвиги Геракла, твои вот реально там силовые подвиги, которые там редко кто может повторить, когда ты решил заниматься вот силовухой вот в таком вот контексте, то есть не в качалке, не в качалке, то есть не ходить там, не качаться там, допустим, как бодибилдер или пауэрлифтер. А почему ты избрал именно такой вот путь, какой-то вот своеобразный очень, очень твой, очень богатырский? Значит, меня раздражителем для меня были ролики в Ютьюбе. Тоже Юрий Федоришин, ваши Тамишевари с ним, разные там Дмитрий Халаджи, его силовые трюки. Я сидел в интернете и смотрел, кто же что делает, кто же что делает. И потом я почувствовал силу, думаю, дай-ка я попробую. Вот, и стал повторять. Стал повторять, и мне хотелось доказать себе и другим, что я могу это сделать. Ну, это же не сразу все пришло. Вот как начиналось? Давай, вот потому что ребятам интересно, они сейчас, пока мы с тобой болтаем, они смотрят видео различных твоих вот силовых вот этих успехов. Каким образом все начиналось? С чего ты начинал? Почему выбор именно на гири упал? На гири? Все-таки это был толчок. Один силач Дмитрий Халаджи, его ролики я увидел, его выступления. И они меня вот зацепили, как он там, ну, невероятной силы человек. Да. И что-то я стал подражать, пробовать. Начал все с гвоздей. Гнул их месяц, потом они стали легче и легче гнуться. Потом мне стали интересны трюки с гирями. Вот. Но... Ты начинал с какого веса гирьку? 32 я всегда ее мог поднять, скажем, с определенного времени. Вот. А потом я стал пробовать одну гирю, вторую вешать, две гири уже. Дошел до шлунга. Для меня был такой, точка уже какая-то... перелома, это швунг двух гирь по 32 килограмма. Я швунговал. А потом уже все легче и легче. С набором массы, конечно, чем я тяжелее становился, тем и тяжелее гири поддавались. И росла выносливость. Такой парадокс есть. То есть ты при своем весе ты чувствуешь, что выносливость растет все равно? Она растет, сила. Она и выносливость растет. Я вижу это по результатам. Потому что я всегда снимаю и выкладываю. Снимаю и выкладываю. И даже те, кто смотрят там за мной, сидят за этим, они могут видеть. Прогресс. Динамику, да. И он есть. А скажи, пожалуйста, вот методика вот восстановления. Вот сколько раз в неделю ты работаешь с железом? Я стараюсь каждый день. Но... Один, где-то один день в неделю, это тот день, который стреляет. Примерно так. Бывает их два. Я теми же упражнениями, которыми я и занимаюсь, да, стараюсь рекорд делать, теми же я и восстанавливаюсь. Когда я восстанавливаюсь, я беру эту гирю 16 килограмм, есть гирька 8 килограмм. И потихонечку, потихонечку, но я не прекращаю процесс. И вот чувствую, подошел этот день, все, плечи не болят, связки хорошие такие, тугие. И в этот день я себя жму все. И оно стреляет. Раз, прибавил. Уже я на ступенечку выше шагнул. И опять, ну железо у меня присутствует каждый день. Я тренировку начинаю с железа. Железо, железо, железо. Разным образом. Сколько раз в день ты питаешься? Хотя бы раза 4. Хотя бы. А так по-хорошему? Тоже 4, но хорошо. То есть питаюсь 4-разово питаюсь. За это отвечает жена. Это мой как главный оруженосец, мой Санчо Панса. Без нее бы ничего не подумал вообще, в принципе. Но еда, вот восстановление, какую роль занимает? Ну, я умираю без еды. Не поел 2 часа, в обморок начинаю падать. Кричу, корми меня, ангелочка. Она бежит, сразу меня спасает. Скорая помощь. Так что мои рекорды – это лишь внешняя оболочка. А то, что остается за кадром – главный труд на самом деле. Вот. Кстати, жена имеет, наверное, большие таланты в силовом спорте, чем я. Она, был момент, когда она занималась, и она показывала результаты. Вот так вот, да? Да. Но я этому свидетель, ребят. За 2 месяца она пожала 50 килограмм на 12 раз. Это очень круто. Это вот только начала. Гирю 24 она толкала. То есть и просто вот. Тренировки по карате сколько раз в неделю? Да так же.
Тоже каждый день? Каждый день, то есть, да. То есть у тебя получается по две тренировки в день? Или нет, ты совмещаешь я их? Вот люблю одну тренировочку, но растянуть, ну, если позволяет время, часика на три, а то и на четыре. То есть ты делаешь все подряд? Все подряд делаю. То есть все покачался, подряд? Покачался, потом набивка, потом удар. А начинаешь с железа? Железо, да. Потому что я считаю, что почему железо? Мышцы должны разогреться, связки должны разогреться, да, суставы. Каждая мышца – это насос, вот, она качает кровь. И если ты не разомнешься где-то, у тебя какой-то насосик будет работать плохо, то ты не будешь горячий, ты не будешь готов к тяжелым нагрузкам, перегрузкам. То есть ты сторонник все-таки длинных по времени, таких вот спокойных, размеренных тренировок? Да. Леш, наверняка многие наши зрители, особенно молодежь, зададут этот вопрос. Я не могу его не задать, хотя я его всегда избегаю. Скажу, ну, наверняка подъедает каких-то таблеточек или укольчиков. В жизни у меня была одна таблетка турабалона, я ее запомнил, я съел. Потом я у друга... И тебя расперло с тех пор так, да? Я у друга купил какой-то тестостерон для коров, для животных, китайский, левый-левый. Так. И, значит, я набрал шприц, пошел это в ванну, не знаю, каким чудом, ну, видно, материнский инстинкт. Моя мама поняла, что я собираюсь делать. Значит, я уже спустил свои штанишки. Вовремя, она тебе по жопе. И она кричит: сына, сына, не надо, я тебя прошу. У меня потуги есть, но в семье мне не дают. Жена не дают. Вот. По спортивному питанию. Спортивное питание. Никакого. 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 То есть нормальное питание, нормальный сон, хорошая жена — секрет успеха русского богатыря. Да. Леша, тренировки по хвату. Я занимаюсь хватом, ну, как я считаю, уже так системно лет 10. Но мне, к сожалению, пока Captain of Crush 3 не покорился. Это вот прям цель моя, я его... Ты работаешь им просто как обычным эспандером. В чем секрет вот такого хвата мощного? Я не знаю. Вот это ответ, понимаете? А я не знаю, просто сам закрывается и все. Ну как так? Тут потеешь, тренировки расписываешь, дорогостоящее оборудование покупаешь, следишь за всем, участвуешь в соревнованиях, не получается. А у тебя, я не знаю, взял и сломал. Ну жму просто. Вот. А ты совмещаешь тренировки, это в ту же силовую тренировку, у тебя входит и тренировка по хвату часть, да? По хвату у меня есть особенность. То есть у меня всегда одно из направлений сил, вот поперечие силы хвата работает. Или я хорошо сжимаю экспандер, или я роллинг тяну. Но совмещить... В одну тренировку ты их не загоняешь? Не загоняю. И мало того, я не могу даже развивать одно направление. Если начинаю там гнуть гвозди, я не сжимаю экспандер. Но у меня идут гвозди, хорошо гнутся. То есть ты циклами работаешь? Можно так сказать? По настроению. Вот что нужно. Вот что вот захочется, то это. То есть ты можешь в понедельник поработать с гвоздями, в среду себе потянуть роллинг, а в четверг сразу пожать испанку? Даже не так. Допустим, у меня может быть месяц, два месяца гвозди. Какая-то есть цель, какой-то узел. То есть, опять же, трюк, который я видел в интернете, да, хочу повторить. Сделал, и интерес пропадает. Потом вспомнил, экспандеры есть. Ну, дай-ка пожимаю. Вот, начинаю сжимать экспандеры. Раз, идет прогресс. Но я не могу совместить. Что-то одно у меня идет. Цикл это месяц-два, вот так вот. Вопрос, который меня, честно говоря, у меня все, что связано с тобой, для меня открытие какое-то, понимаешь? Я тебе честно скажу, я очень много читаю про историю наших дореволюционных силачей. Тоже. Вот, и я понял, что как-то, меня интересовал вопрос, как можно было выступать в цирке силовыми трюками в 70, некоторые в 80 лет, силовыми трюками, не имея фармакологической подпитки, вообще ее просто не было. Значит, методика тренировок позволяла сохранять такой уровень силы, чтобы выступать в цирке с силовыми трюками и продлять жизнь настолько. И у них тренировки, вот то, что ты мне сейчас рассказываешь, это практически в один тренировки дореволюционных атлетов. Они длинные по времени, ели много, спали много, много тренировались, но не на надрыв. То есть не было вот такого вот пиков каких-то, вот отказных повторов вот этих. То есть больше инстинктивно, наверное, шли люди, каждый по свою конституцию. Мне вот напоминает больше вот так вот. Я не нахожу аналогов вот других вот тренировок. Я думаю, надрыв все-таки был. Без надрыва я не верю. Да? Надрыв он должен быть. Ты должен что-то тебя тянуть. Рубеж. И атлеты, на самом деле, не все они были здоровы. Был надрыв. И надрыв есть и психологический, и физический. И он нужен, этот посыл. Он нужен. И в этом как бы основная сложность. Выжить из себя. Бывает, тебя тошнит уже от этого. И ты боишься этого железа. Потому что ты когда берешь эту гирю, и ты знаешь, что там будешь ее там шлунговать минуту, две минуты, что через 30 секунд у тебя начнется дикая боль в груди от гипоксии, что тебе не будет хватать воздуха. И ты уже мысленно, ты будешь это терпеть. И терпеть должен до конца. И часто я преодолеваю порог, что я знаю, ну могу умереть. Там инсульт или что-то, сосуд лопнет.
И вот этот страх я должен перейти. То есть я должен поставить результат выше своей жизни, выше здоровья. Идти до конца. И также и в жиме. Если я не пойду до конца, меня не будет. Я могу тренироваться и 5 часов размеренно, но это не будет результата. А я уже как шизик привык, что нужно эту крестик, галочку поставить, сделать это. Поэтому я иду до конца. Это неправильно. После таких там каких-то трюков у меня жена с ужасом смотрит, как у меня сосуды полопались на глазах, или я от головокружения там в обморочном состоянии падаю на пол. Вот. Есть и такое. Сама тренировка, 3 часа, они не важны. Важны 30 минут, когда ты размялся, и ты сделал вот этот рекорд, ты сделал этот шаг. Остальное это как подсобка, это ты уже просто проводишь время, потеешь. Но если ты не шагнул, ну, потеет. Леш, еще вопрос, который меня очень сильно заботит. Как при такой комплекции такая гибкость, шпагат поперечный, ноги вверх летают, верхний уровень. Легко так было? Ты гибкий от природы? Или... Наверное, да, я гибкий от природы. И, наверное, это наследство от того периода времени, когда я был худой и много времени уделял вот этим балетной теме. Да. А ты много времени уделял? Много времени я достаточно тянулся. Но ответ, я замечал одну такую вещь. Приду какую-нибудь там тренировку после какого-то перерыва я или в новую секцию, там садятся на шпагат. Первый день я сажусь на шпагат. А второй день ты стоишь... Второй день я уже не сажусь, третий не сажусь и больше никогда не сажусь. Я стал задумываться, почему. Так. Ответ нашел в вашем ролике. Помни? Это перегрузка. Связка. Это перегрузка, связки не восстанавливаются не так, как мышцы. Да. И сейчас ты сколько раз тебе в неделю делаешь шпагатную растяжку? Каждую тренировку. Ну, это вот как чуть-чуть. Вот по собачьи. Я, то есть, я не, вообще не гружу коленные связки. Все. Сел, колени развез и коленки сохраняют. А сам по себе шпагат. Я тяну раз в 10 дней. Вот полный, когда я вот тебя нагружаюсь. Вот как могу тянуть раз в 2 недели. Вот как ты говоришь, когда я поймал кураж. Да. Я пришел, я чувствую, все, сегодня да. И я могу полтора часа работать только со шпагатом. А так работаю со стяжечкой каждый день, по чуть-чуть, вот в силу пока не задышат они. У меня есть мысль, что на гибкость влияют какие-то ли ферменты или гормоны. У меня на гибкость влияет даже одежда, в которой я одет. Вот четко совершенно. Я почему-то в кимоно, вот я одеваю кимоно, я становлюсь дубовым. Как я одеваю свой костюм у меня, которым я тренируюсь на улице, реально, в тот же день, через 15 минут, я замечаю, я одел другие штаны и сел. И как это объяснить, я не понимаю. Я сажусь на шпагат в стрессовых ситуациях. Когда попросили меня на ролике, Леха, сядь. Я не думал, что я сяду. Каким-то чудом я не почувствовал. Я сел. И вот было таких... Я заметил, что какие-то есть определенные ситуации, психологическое состояние, когда у тебя... Ты разъезжаешься без вопросов, легко. То есть психология в этом вопросе крайне важна. Я не знаю, как она работает, механизм, но... Леша, соревновательная была у тебя история какая-то в жизни? Один раз выступил, конечно. Мама не хотела отпускать, но я сам. Но мама тебя от шприца спасла от соревнований. Почему, по какому виду выступал? По кикушинкай. Так, и как? Соревнования в Краснодаре были. Но, к сожалению, там произошли определенные казусы. Вот. Первый бой у меня был с Андреем Чехониным. Ну, это очень известный боец. Да, он сейчас стал заниматься кикбоксингом и очень успешно. Я предполагаю, что, может быть, и благодаря нашей встрече, нашему этому бою. А что ты там творил-то? Ну, вот, если боец опытный, он выходит соревноваться, он знает правила и действует в рамках правил, то я не имел соревновательного опыта, у меня не было спарринг-партнера по кикушину. И я вышел, у меня страх был, волнение. Ты я начал бить в голову, что ли? Я вышел, да, защищать свою жизнь. И я попадал в голову и как-то пальцами в глаза, нечаянно, прости господи, не хотел. Вот. И я был в самом жестком стиле карате дисквалифицирован за излишнюю жестокость. Но тренерам это все очень понравилось. Они были в восторге, и они захотели посмотреть, а что же будет во втором бое. И тебе дали еще раз подраться, что ли? Тренер подошел и сказал... Ну смотри, у тебя будет следующий бой, мы тебя пускаем, но ты же в лицо, не бей кулаком. Но человек же не может за 5-10 минут поменяться. То есть они, я думаю, они уверены, что знали, какой будет результат во втором бое. Ну и чем закончилось? Я также боялся. И... А ты с испугу, да? Начался бой, было все хорошо, секунд 20, и потом опять меня вот это вот что-то схватило, мандраж. И тут бах, вспышка, как в фильме «Матрица», я смотрю со стороны, как летит мой кулак. И я понимаю, куда он летит. Он летит в лицо противнику. И я думаю про себя, все. Успел подумать, да? Я вот такой, вот замедлилось мозг. И действительно, через там секунду мой кулак попал в нос противнику. Он взлетел, упал.
и начал дрыгаться в конвульсиях, а из носа били фонтанчики крови. Тут подбежала медбригада, начали его откачивать, он некоторое время бессознательно был, ну страшно было. Но опять же казус был в том, что я не знал, как вот этот регламент, там нужно как-то просить прощения, становиться на колени, на четвереньки. И мне кричат, там с трибун говорит, на колени падай. Я падаю на колени посреди татами, мне говорят, в угол беги. И я на четвереньках, дядя под 120 килограмм, ползу, значит, с белым поясом вот это вот в угол по всему татами, надо стать там прощение просить. Стою в углу, но я же переживаю, как христианин, думаю, что там с товарищем, нужно ну, узнать. Да, беда же. Но я помню, что нужно стоять на коленях. И я, значит, разворачиваюсь и ползу на коленях к нему. Тут это все смотрят люди, смотрят врачи, и они меня матом послали. Они не поняли, что или я ползу добить его, или что я вообще хочу. Вот, картина была, конечно. Но вы отношения потом восстановили с парнем? Нет, Андрей Чехунин попросил прощения, и он мне дал наставление, чтобы я не выступал больше. Пак Якушина, да, занимайся себе своими гири. Я сказал, что я штангой, и он сказал, и мне благословил заниматься штангой. То есть мы Андрею можем сказать спасибо, что у нас появился такой богатырь, да? Но с тех пор, вот, 2009 выступил, 2016 год, даже в нашей федерации меня не хотят видеть на соревнованиях. Вот, как бы они помнят, они говорят, не надо, не надо. Не приходи, да? Не надо, да. Не приходи. Ладно, но вот ты карате все равно продолжаешь заниматься, спарринговая практика твоя. Некоторое время я проработал тренером по карате с моим товарищем. Он меня началось с того, что он попросил подготовиться к соревнованиям, к аттестации. И мы начали плотно готовиться к выступлениям. Спарринговая практика, она обязательная. И причем спарринг, он кардинально отличается от уровня ведения боя. Техника легкая, она абсолютно разная от средней жесткости боя и вот боя соревновательного уровня. Вот. И мы с ним дрались, вот жестко мы с ним зарубались. Жестко мы с ним зарубались, и причем спаррингов было много. Каждую тренировку, вот все ученики, что были, я всех через себя пропускал, то есть даже без перерыва. И только так можно достичь кондиции, вот этой выносливости, можно придышаться. Даже со своим весом под 150 килограмм через полгода я задышал и мог выдержать без прерывного спарринга 10-15 минут. То есть, ну понятно, что я больше принимал удары, мне это позволяет и каркас мышечный, и жировая прослойка. Вот. Но спарринги, они важны, причем жесткие спарринги. То есть ты сторонник все-таки жесткого? Голая рука. Голая рука, она формирует, если ты бьешь голой рукой, у противника мышечный каркас, который привыкает к ударам голой рукой. Меняется техника, одел даже битки или боксерские перчатки, получается бокс. Все меняется. Голая рука, фут я допускаю. Вот. И вот эти полгода, даже больше времени, там месяцев по 9 получилось, я ходил с синим животом, я весь синий ходил. То есть отбивали капитально. И вот получилась тогда такая прибивка, что я... То есть это такой этап в жизни важный был, я считаю, да? Для в жизни это вообще не важно. Это излишний навык, который тебе мешает, на который ты должен тратить уйму времени и сил. Но для соревнований он жизненно необходим. Кикушин живет животом, живет бедрами, потому что лоу-кик тебе пробьют живот, ну и ты сядешь, если ты не будешь железным. А железо, оно только куется. Тебя должны выковать. А это только через спарринги. Ну что, друзья, ковать железо, значит ковать железо. Выдвигаемся в зал, где куются настоящие русские богатыри. Леша нам покажет свой зал и продолжит делиться секретами своей подготовки. Ну вот мы и дома у нашего богатыря. Леша, ты умещаешься в кадр? Друзья, надеюсь, вас уже очень впечатлили те ролики, которые мы вам показали с подвигами нашего истинного былинного богатыря. Сейчас я постараюсь разобраться, каким образом можно выйти на такой уровень достаточно серьезной силовой подготовки, да и боевой подготовки, что там греха таить. Поэтому, смотрите, мы находимся в домашнем зале. Этот зал вот можно оборудовать на лестничном пролете, вот как у меня дома, на 4 квадратных метрах. У Леши он занимает метров 7 квадратных, он сделан в подвале, можно сделать в гараже. Никаких супердорогих тренажеров, никакого супердорогого оборудования, ничего такого, что не может собрать себе каждый русский парень. У нас, если он захотел стать сильным, опасным и быть готовым защитить и себя, и свою семью, и родину. Поэтому сейчас мы задаем Леше вопросы. Вопросы задают не столько Сергей Бадюк, сколько вот мои зрители, которые я уже говорил, что буду снимать фильм про Лешу. Я отобрал самые такие вопросы, которые чаще всего задавались, и сейчас от вашего имени задам их Алексею. Итак, Леш, ты начинаешь, тренировка у нас идет 3-4 часа. Если 3-4, это совсем не так. Да, 3 часа идет, ты совмещаешь в одной тренировке все, железо, силовую, боевую, растяжку, все.
По боевой хочу уточнить, спарринг у меня партнеров нет, то есть это нет составляющей там 12 раундов на лапах. Понятно, но ты, но технику ты отрабатываешь, карате да. Ты уже отрабатываешь. Поэтому с чего ты начинаешь тренировку, Леш? Значит, если я хочу пожать гири, хорошо. Не если, вот твоя обычная тренировка, давай, вот мы начинаем с чего? Железо, ты говоришь, железо. Железо, да, то есть по железу я хотел что сказать, или у меня идет жимовая тренировка, я делаю акцент на жим лежа, или я делаю акцент на гири. Давай, мы разбираемся гири. Гири. У тебя гири от 8 килограммов. От 2,5. От 2,5 до 48. Да. До 48 килограммов. С чего ты начинаешь? С разминочки, то есть это обычная разминка классическая. Проработка всех суставов, разминаюсь сверху вниз, ага. Чтобы уже я был разогрет. То есть моя задача заставить сердце биться с определенной частотой, чтобы я сам это почувствовал, чтобы уже я был достаточно потный и горячий. То есть ты разминаешься пока без веса? Без веса. То есть традиционная разминочка сверху? Традиционная разминка, потом пошли какие-то упражнения, я могу делать подтягивание по голтвису на канате, угу. Это может быть легкий там жим лежа, и начинаю с гири с 8 килограмм. У меня основное это швунг. Швунг, да. Швунг гири. И я поехал. То есть я разминаюсь потихонечку, начинаю с 16, 2-3 подхода, и потом наращиваю веса. И потихонечку я ее начинаю штунговать. Вот. За эти разминочные подходы я пытаюсь анализировать, диагностировать себя, в каком я состоянии, оцениваю мышечный тонус. Что ты сегодня, к чему ты готов? Да, то есть заряжен я или нет. Это мне вот через три подхода, в принципе, становится ясно. Ты работаешь все три подхода с одним весом или три подхода количества повторов? Ну, допустим, два подхода по 16, нет, подход 8 килограмм, 16, 24, и потом уже пошло по нарастающей. Угу. Это диагностика такая, да. И разминка одновременно. Да. То есть вот спокойно швунгую гирю. Главное, к снаряду нужно привыкнуть, дыхание, оно не особо сбивается. А. То есть вот все, вот, техника, она позволяет уже спокойно работать. Хорошо. Вот мы размялись. Да, мы размялись спокойно. Ты понял, что у тебя сегодня хороший день, все нормально. Сколько времени ты уделяешь непосредственно гирям? За 30-40 минут вообще мышечный тонус, ну, это физиология у любого человека. Угу. Час 15. Угу. Это тот пик, когда ты должен успеть сделать самое сложное, самое тяжелое. Кстати, набивки это тоже относится, потому что набивка хорошая, она требует тонуса мышц. Тоже капитально. Да, капитально. И за это время я должен успеть сделать всю жизнь, всю тяжесть. То есть в тот день, когда ты работаешь, скажем, по железу с гирями, ты идешь только на гирях, ты жим лежа не трогаешь? Трогаю. Тоже. Если еще хватило, то у нас есть, трогаю жим. Что, ты делаешь обычный жим? Да, обычный жим. У меня жим есть на как, сотни. Я стараюсь 100 раз, да, там пожать как можно больше. Не понял еще. То есть ты берешь какой-то вес и 100 раз жмешь, да? Нет, наоборот, 100 килограмм. 100 килограмм? 40, да. То есть я двигаюсь в этом направлении. Если мне не идет максимальный вес. Максимальный вес вот, не очень у меня чувствуется, плечики болят. Я оставил 100 килограмм. И бывает, выстреливает 100. Вот сколько ты соточку жал на максимум? Ну, то, что на видео у меня есть 35 раз. 30, ну, сейчас есть заряд. Побольше уже чувствую, но не зафиксирую. Пока не зафиксирую. Хорошо, мы отработали гири, ты добился, скажем так, жимом, ты доработал жим, роллинг. Работаешь каждую тренировку? Роллинг нет, роллинг это тренажер, который работает, можно сказать, реже всего. Раз в неделю, даже в 10. Раз в неделю, ты даже сколько подходиков делаешь? Делаю 3-4 подхода. Хорошо, отработали железо. Резина после этого идет, я правильно понял? Обязательно. Что резинка ты делаешь? Это шикарный инструмент для разминочки, да, и для тренировки. Во-первых, я с ней могу растягиваться, потом могу показать как. И, ну, элементарно, взял заднюю дельту, проработал. Перед джимом. Это ты уже, ты добивочно делаешь ее? Или... Это разминка. Это разминка. Разминка. Я с ней делаю, ну, приседания. Я со штангой не приседаю. Я имел глупость со своим весом. Побегать, годик другой, и у меня коленки забарахлили. Причем были травмы колен. Теперь я, насмотревшись роликов профессора Бубновского, занимаюсь с его рекомендациями, соответственно. Угу. А резинка это мне для приседания, я вот все. Это все, что я делаю для ног. То есть делаю и приседаю. Есть чуть пожестче. Ну, то есть в зависимости от тонуса ты вот, да. Сколько подходиков ты делаешь таких по приседу?
подходов 10 за тренировку стараюсь. А ты их подряд делаешь или ты вбиваешь их между, между упражнениями? Вбиваю, просто? Да. Например, хочу работать на мешке ногами. Перед этим я 2-3 подхода, чтобы ноги разогрелись. То есть принцип, я правильно понимаю, принцип твоей тренировки. Перед тем, как ты что-то хочешь, скажем так, проработать, ты мощно именно вот эту группу мышц или там... Все мышцы, группу нельзя. Да. Я хочу, например, поднимать гирь. Да. Каждая мышца, я как говорю, так, на насос. Мне нужны размятые ноги. Я буду шлонговать гирь минуту-полторы. И все это время мое сердце бешено качает кровь. А если здесь будет затор, если здесь суставы не будут расширены, кровь будет получать... сопротивление своему току. То есть это беда? Это беда. Поэтому нужно все размять. Перед верхом, как делать вверх, да, качаю вверх, я усиленно разминаю низ. Вот. Понятно. Хорошо. Значит, что мы тут тебя еще не спросили? Так, мы, друзья, мы передвигаемся на гиперэкстензию, потому что у Леши есть целая теория своя, и она мне, кстати говоря, очень нравится. Не покидайте нас, узнайте еще много интересного о своей спинке. Гиперэкстензия. Хлеб насущный. Да. Почему? Давай, рассказывай подробно, въедливо, сколько, как, почему. Ну, Василий Алексеев был такой легендарный тяжелоатлет. Угу. У него была проблема со спиной. Но он же был чемпионом, он поднимал невероятные веса. И проблему со своей спиной он решал закачкой, бешеной закачкой спины. То есть за счет силы и крепости мышц это ему позволило... Корсет держал. Да. Также, поднимая тяжелые гири, я стал чувствовать, что у меня в позвоночнике как колышек вбить, то есть неприятное ощущение. И я понял, что если я что-то не изменю в тренировочном процессе, то будет какая-то беда, или грыжа, или протрузия, ну, что тогда произойдет. И я так подумал, а что если начать закачивать мышцы спины вдоль всего позвоночника, поясничный отдел, средний отдел и грудной отдел. Угу. И я подобрал ряд упражнений, там с петлями TRX, и одно из них это гиперэкстензия. Да. Вот. Помогает. Сколько внимания ты уделяешь? Вот покажи конкретно технику, несложно нам. 3-4 подходика, то есть я с весом не делаю, угу. Чтобы не было сильного прогиба назад, ага. В положении... То есть классическое правильное выполнение гиперэкстензии. И 3-4 подхода каждую тренировку. Каждую тренировку и проблем со спиной нет. Держит. Держит. Оно тебя держит. Ну, прекрасно, друзья. Посмотрели гиперэкстензию, двигаемся к TRX. TRX. Модный снаряд такой, что ты с ним делаешь? Во-первых, вожу с собой, видно, как он потертый. Mm-hmm. Это очень удобно. И также качаю спину. Я тяжелый, у меня была травма ключичной, там, сакромиальной связки. Я не могу подтягиваться, полноценный вес, да. А спину как-то закачивать нужно. Вот я нашел способ с помощью TRX. Одно прекрасное упражнение на средний отдел спины. Угу. Вот. Это аналог тяги к себе. Задача максимально сводить лопатки, чтобы чувствовать, как прорабатывается спинка. Каждую тренировочку ее делаешь, да? То есть подобрался именно то упражнение, которое с тобой работает, которое заменяет тебе тренажер дорогостоящий, который дома да. Не надо ставить. И делаешь только одно это упражнение. По настроению бывает еще что-то там делаю. Но вот это основное. То, что TRX использую больше всего. Вот. Сколько подходиков делаешь? 3-4 подхода. А по количеству повторов? 8-10. Ну и так я понял, что это конец твоей уже силовой тренировки, после чего ты переходишь уже на бивка и, скажем так... Подтягивание по голтису. Давай, поехали. Подтягивание по голтису. Да, то есть я то жму, то толкаю, а спину я проработал мало. Искал способ. Опять же, в вашей передаче я нашел прекрасное упражнение, которым я тренирую спину. Называется подтягивание по голтису. С упором ногами. Здесь, да, мы как бы ножки отключаем. Стараемся, чтобы жопа провисла под весом. Правильно. С помощью ног спинка вытягивается. И хват заодно прекрасно прорабатывается. Совершенно верно. Кто не пробовал, ребят, обязательно попробуйте. Крутое упражнение. Мне очень нравится. Ну что, к набивке? Да. Ну, первое, начинаю это с камушка. Набиваю руки, суставчики. Ну, показывай. Так, ты меня прогнать хочешь, да. Я так понял. Ну, давай. Давай. Опять же, вот, насмотрелся ролик. Смотрю фигионы. Угу. Принес себе камень. Подобрал, да? Да, со строительной базы не запомнил. Прямо на колени себе ставишь? Да, ну,
дает амортизация. То есть вот он пружинит, и есть какая-то амортизация. Угу. Как мы стучим? Вот этот звук должен быть, как вот мясо отбивают. Вот. Ну, не стучу там тысячи раз, а смысла нет. Делаю по подходу. То есть первый, это вот я ребро простучал, потом у меня ладошка. Угу. Вот она как желе должна так ложиться. Да. Потом вот это вот место. Вот. И тыльная часть кулака. У тебя заодно еще и силовая тренировка, ты придерживаешь его. Камушек. То есть после набивочки руки нужно размять. Что я делаю? Я уберу. И да, пускаю так, удержали. Раз это дает приток крови, да, мышцы там напряглись, я подержал. И переходишь куда? Что дальше? Набивку я делаю подходика 4. С каждым подходом у меня руки разогреваются сильнее и сильнее. Я могу больше вкладываться. Угу. И вот кульминация, да, это последний подход, когда я уже так хорошо вкладываюсь, не травматично. Если не делать это ступенчато, если поднимать усилия, угу, то будет травма. Да. После камня я делаю накатку. Накатку голени, угу, накатку предплечья. Угу. Руки пока отдыхают. То есть также голень я прокатываю за несколько подходов, потому что, чтобы дать свежей крови прибить, и мышцам отдохнуть, и косточки. И с каждым разом боль уходит. Ни в коем случае мы не накатываем коленный сустав. Вот. Вот эта часть. Вы знаете, ребят, очень интересное упражнение. Пожалуй, возьму себе на вооружение. И сколько ты таких подходиков делаешь? 4-5. По сколько повторов? 10-12. 10. А руки как накатываешь? Здесь обязательно прокатываю до кончиков пальцев. Вместе с локотками. Вот он, хруст. Ну, чтобы не скользило, надо стелить коврик. Ты обычно стелишь, я знаю, да? Вот я кручу руки. Вот. Очки накатываю. То есть размял таким вот образом. Тоже 4 подходика. Так. Дальше я ее использую для простуки. Ну, опять же, китайские фильмы. И я делаю вот такие простуки. Плечо для кипушнина, что нужно простуки. Плечи. Ключица. Обязательно стучи, но не сильно. Вот эти вот суставы. Угу. Вот. Угу. Локотки. И также я бедра. Бедра. Вот труба, она делает это. Все. На каждый стук трубы мысленно напрягаю мышцы. Чтобы... Те, как, по которым бьются. Да. Внутреннюю часть. Три-четыре подхода, все стандартно. То есть вот мы простучали тело. После этого? После этого упражнение от Макса Новоселова. Давай. Господи, кошмар. Он пугает своей... Ну, не важно. Что это? Давай-ка. Для бойца важен пресс, особенно в стиле кукушины. Макс на видео делал 32 килограмма, ну уже и 16 хватает. То есть берем гирьку, главное дышать. Что главное в этом упражнении? Я на, когда гиря падает, я выдыхаю. Именно выдохе у меня живот как бы надувается. Эффект кумулятивной брони. Сила навстречу другой силе. Главное, вообще-то главное не уронить ее на песню. Вот это самое важное, ребят, не забудьте. И бывает падает на солнышко, ну и солнышко нужно набивать. То есть чуть-чуть повыше роняешь. И сбоку. Угу. Ронял 40. И 40 килограммов, да? Хорошо, дальше, что с бейсбольной битой, мы что делаем с бейсбольной? Сначала, потом палец.
Пальцы? Давай, показывай пальцы. Потом пошли. А это мой другой знакомый, Ярослав Лукомский. Угу. Вот. Он меня как-то заразил этой идеей ведерко. Я искал резиновую крошку, но не нашел. И Господь меня направил на базу с вот этой морской галькой небольшой. Я подумал, ну пусть будет. Там ты ее и притырил. Купил. Купил. Я бы украл. Ну-ну. Вот. Упражнениями разными хвата. Все у нас уже пальцы размяты. То есть должны быть руки. Горячими. Горячие. Я билкой стукаюсь. Билкой. Это пальчики. Пальчики. Бессмысленно, я не знаю, куда оно нужно. Ну, ты делаешь. Да иногда. Иногда делаешь. Хорошо, дальше что? Это я увидел ролик одного мастера окинавского стиля, они там, ну, гутерю или нет, другой. Уечерю, я знаю, что ты видел. Уечерю. И вот я видел вон пита, но у меня короткая какая-то, купил, идеальная. Натягиваю голень и поехал. Вот, кости. Здесь уже я стучу не мышцы, которыми ломают чечеринки, а я бью именно косточки. Ну, уже ноги разогреты прекрасно. Вот, все. Поворачиваю ножки сюда. И после этого мы двигаемся на мешок. Я правильно понял? Когда ты закончил набивку? На мешке тоже, это набивка. Как я работаю на мешке, это часть набивки. Но уже, сделав это все, я достигаю определенной кондиции пика. И мы движемся на мешок? И на мешок. Смотрите следующий ролик о подвигах Геракла, и мы движемся на мешок. Друзья, мешочек, финал тренировки нашего богатыря. Я отойду в сторону, вы посмотрите, выводы сделайте сами. Мешок у меня плохой, я его кулаками не делаю. На хороших мешках я работаю голым кулаком. Мне не очень. Я продолжаю набивку на мешке, удар ладошками. Потом предплечье. В кикбоксинге изменили правила, и сейчас-то можно противника одной рукой отталкивать. Я думаю, предплечье не бьет сильнее даже, чем ногой. И для меня как бы это выход. Оттолкнув, ударить сбоку, боковой и догнать ногой. Есть бойцы, которые умеют прекрасно прилипать, и мне такими очень сложно. Я не могу развернуться, не могу разогнаться. Этот удар я могу нанести вот.
Дальше. Хорошие удары. Ну, не взять, если на удары на отмаш. Угу. Набивают тыльную часть. И здесь главное бить хлестко, чтобы удар влипал в мышцу. Угу. Давай. Понятно. Что еще делаешь? Маваши. Маваши. Не спеша бью сильно. Ну, сколько хватает. У меня выносливость уже будет до такой степени, когда уже от силы удара у меня сустав начинает барахлить, видно. Не справляется. Не выдерживает. Бью средний уровень. Не понимаю, высоко. Самый сильный удар, он идет с печени, средний уровень. Угу. А высоко я болею, то столько это делаю. Оп. Больше секретами мы делиться не будем, сохраним все остальное для следующих серий. Сегодня вы узнали очень много нового, а я от вашего лица и от себя лично хочу поблагодарить нашего героя. Леха, спасибо. Вот так вот. Предвосхищая реплики критиков, ну и что, мало ли у нас здоровых мужиков, мало ли у нас сильных мужиков, каждый теперь себя будет называть мастером карате. Я пригласил к вам двух экспертов. Разрешите вам представить Семен и Федор Мещеряковы. Первые данные по кикусинкай карате. Федор, помимо всего, чемпион России и мастер спорта по кикусинкай карате. Люди, которые в теме, объяснять не надо, что такое стать чемпионом России по кикушину. То есть человек, знающий, как бьют, знающий, что такое бить самому и получать самому. Федя, привет. Сема, привет, дорогой. Спасибо, что приехали из Таганрога. Друзья, давайте делитесь, как оно стоит с нашим монстром карате. Можно назвать это карате, можно назвать его бойцом? Или это просто вот человек решил себе, что вот он занимается карате, и просто здоровый мужик, такой себе добрый, большой. Как вот вы стоите в спарринге, ваши впечатления, поделитесь, вот мне очень важно. Леша вот занимается вроде самостоятельно, а на самом деле это можно сказать, то, что он тренируется с ребятами, можно сказать, высокого уровня, он адекватно реагирует на технику агрессивно, которая направлена против него. Применяет успешно приемы, двигается пластично, чувствует вот этот вот ритм боя, который именно в кикушине, она, можно сказать так, что она... Острая дистанция такая кикушиновская, то есть ты, да, постоянно в контакте. Он ее адекватно воспринимает и может еще и отвечать на нее. То есть можно сказать, что в принципе порекомендовать Леше не вступать такие в жесткие спарринги. Сильно чувствуется вот физическая сила, вот те вот методики, которыми он работает, набивки, макевары... С гирями работа, вот чувствительность удара сильно отличается от того, к чему ты привык? Вот ты же и чемпионом России стал, и бьют ребята, бьют страшно, бьют. Там и грудные клетки летят, и руки, и ребра. Вот по сравнению с ребятами, с кем ты спаррингуешь на соревнованиях, в контакт работаете в полный. Вот как Лешу можно, как ты его удары характеризуешь? Ну, для меня, вот как для практикующего бойца, вот эта вот именно масса, она очень имеет значение, что имеется у Алексея. А то, что он занимается вот именно тяжестями, оно и отражается на скорости и силе удара. И, конечно, получая удары, как-то невольно уже приходится как-то маневрировать, чтобы не попал. То есть ты попал. Сильная разница все-таки чувствуешь, конечно, да? Конечно. То есть и масса чувствуется, и сила это чувствуется в ударе. Да, приходится маневрировать, избегать, блокировать. И делать именно вот, чтобы преодолеть его силу, это нужно вот именно на дистанцию маневре. Разрывать, уходить в сторону. На маневре, да, работать. Потому что иначе ну, масса... масса, да. Но он для его массы как? Он-то двигается хорошо для его массы? Очень, конечно. Очень хорошо. Подвижный, очень пластичный шаг, гибкий. Удар, ответ, конечно. Понятно. А вы для себя что-то подчеркнули вот с его тренировок? Какие-то методики, может, что-то взяли для себя вот, в своей подготовке? Или пока просто присматриваетесь? Нет, ну, безусловно, это набивка, очень интересный способ. Вот знаменитая вот труба, накатка, угу. Голени, предплечья. Конечно, мы даже это уже сами внедряем в тренировку даже. А, да. То есть вы как тренера внедряете эту историю? Конечно. Ну что ж, друзья, не будем болтать, посмотрим, как они двигаются. Двое молодых мастеров, первых данов, и наш боевой Винни-Пух.
Друзья, не планировал этого эпизода категорически. Просто важно было мнение двух профессионалов карате, двух настоящих бойцов, двух черных поясов кёкусинкай о нашем главном герое. И в момент разбинки заметил какую-то странность с ногой у Федора. Сначала не понял, что происходит. И в момент съемки задал ряд вопросов. И сейчас хочу, чтобы вы тоже это слышали. И считаю, что вот этот момент я обязан был доснять. Потому что это пример силы воли, мужества и того, каким нужно быть русскому парню, русскому мужчине. Потом вам сейчас вот наш оператор покажет ногу Федора. Сколько тебе было лет, когда ты попал под трамвай? Около 8-9 лет. В 9 лет Федор попал под трамвай, и ему практически отрезало левую ногу. Мы не будем там подробно все показывать. Нога срослась. Срослась тяжело, я так понял, да, до сих пор мучает. Вот ты не можешь приседать. Как, что ты не можешь делать? Не до конца она функционирует. То есть я не могу до конца присесть, что если, допустим, на правой сажусь гораздо ниже, то левая она мне уже не позволяет. Или, допустим, стойки как у судачи, я не могу себе позволить. Вот. Ты не можешь. Правильно, идеально. Это все. Ходить. Друзья, с такой травмой людям дают инвалидность. Это уже инвалидность, ребята, чтобы вы понимали. А человек борется, человек выиграет чемпионаты России, тренирует детей, проделал сегодня путь там, в 70 километров просто для того, чтобы поддержать своего друга Алексея. Ну, хочется только поаплодировать. Я, честно говоря, очень рад, что познакомился с таким героем. Я надеюсь, что лет через 25-30, я молодых-то не снимаю практически, ребят. Ну, я загнул, конечно. Лет через 15-20 у меня будет тема снять в следующем фильме «Страна героев» Федора и его брата. Я думаю, что они все для этого сделают. А вы помните, что я в своих фильмах снимаю только тех людей, которые являются примером для огромного количества людей, которые служат такими ориентирами, вехами. Я не снимаю молодых ребят по той причине, что молодые ребята, они все сильные, это все чемпионы. Быть молодым и сильным – это нормально, это правильно. Но когда вы сохраняете кондицию в возрасте за 40, за 50 или демонстрируете уникальные способности, как наш Алексей, звоните, пишите, я приеду и вас обязательно сниму. Скажи, пожалуйста, ты занимался уже карате, когда вот получил травму, или ты не занимался? Нет, я не занимался. Я вспомнил то, что это точно был третий класс, вот, потому как мы приехали с родителями в отпуск, и все это летом случилось. И когда удачно забрали ногу, вот, мне пришлось оставаться в Таганроге и ходить в школу. Вот. И что было в школе? Ну, я ходил туда на костылях. Вот, некоторые ребята, можно так сказать, подкапывались, вот, как-то хотели унизить или еще показать немощность. Били, давали? Били, ну, как-то в обиду себя не давал. Но делал это крайне неумело и не знал вообще, что нужно было делать, как и на это реагировать. И? И, ну, в результате потом родители отдали меня на карате. Вот. И то есть, а родители понимали, что как тебе вот с такой ногой, вот не жалели тебя, там, папа, мама, там, обычно, ну что, это же катастрофа, то есть, практически нога там, ну, она и сейчас-то страшно выглядит, понимаешь? А тогда-то ребеночку, там, 9 лет, как бы, гнать его на карате, там, родители садисты, нет? Или ты считаешь, что все было правильно? Это было правильно, вот, это огромное спасибо отцу. И ты считаешь, что они поступили правильно, родители? Конечно, правильно, а как иначе? Я даже не знаю, если, допустим, не благодаря решению моего отца, я не знаю, кем бы я был. Может, я... Папа тебя привел за руку, прям взял? Да. Тяжело уже было? Уже Семен ходил на карате. Семен ходил? Да, тяжело уже ходил было? В это время. Ну, как-то нога не давала сначала делать все, что требовалось от меня. Ну, как-то потихоньку приспособился и вот так вот получил то, что... Ну, я, честно говоря, если бы на растяжке я не заметил, и когда вы работали в спарринге, у меня в голову не могло прийти, что, в принципе, у тебя такая тяжелая травма. Ноги. Ну, левой ногой я почти не работаю, потому что она очень восприимчива к травмам и любой удар, она потом... Слушай, но твои же противники знают об этом. Ты вот чемпион России, знает об этом. Как ты умудряешься все равно выиграть такие серьезные чемпионаты? Ну, я просто даже не делаю на этом акцент. И на соревнованиях, если мне надо драться, я ее уже использую и бью ей в полную силу. По полной? А уже, да, уже дома, раз я приехал на соревнования, значит, нужно работать. То есть надо работать? Да, там уже дома уже рано залезть. Ох, друзья, вот такие у нас парни в Таганроге. Чую, сниму я про них фильм, обязательно сниму. А вы продолжайте смотреть наше кино, узнаете очень много ценных советов от настоящего русского богатыря Лёши Поповича.
Раз, два, три, четыре. Хорошо. Четыре на одном. Упор на два пальца на каждой руке. Раз, два, прекрасно. И на двух пальцах правой руки только, да? И раз, и два, и три, и четыре, пять, кошмар, шесть, семь. Ну что, Лешенька, садись рядом, говорить будем. Друзья, представляю вам Алексея Крошнева, тренер по тайскому боксу в городе Ростове, работает парень. Ну, про кондиции что вам говорить? Ну, по-моему, Брюс Ли второй тут. Мне, честно говоря, страх берет, потому что то сначала братья-каратисты, потом пришел к Леше вот такой тайский боксер. Я боюсь, что я сегодня отсюда не уеду, если тут все соседи в Ростове такие мутанты просто, какие-то мутанты. Леша собирает вокруг себя таких людей. У меня один вопрос. Лех, давно тренируетесь вместе? Года четыре. Года четыре. Сошлись на почве любви к железу, я так понимаю? Да, да. А как же, железо не мешает в тайском боксе? Совсем не мешает, я думаю, наоборот, даже помогает. Помогает, да? Силу дает, да. Ты в соревнованиях участвуешь? Нет, уже давно не участвую, но занимаюсь так, как будто надо участвовать. По 3-4 раза в день. По 3-4 раза в день? Да. Не в неделю? В день. Методики какие-то у Лехи взял на вооружение? Вот твои феноменальные отжимания на пальцах. Это ты сам нарабатывал вот эту историю? Каким образом? Это, наверное, Брюс Ли. Брюс Ли, то есть да, влияние. Да, мотивация его. Все началось с того, что он увидел, как он отжимается на двух пальцах на одной руке. Это мне было еще лет 17. Угу. Мне стало интересно, я захотел так же. Мне никто не учил, как это надо делать, что надо делать. Ну, я с упорством начал сначала отжиматься на всех пальцах, потом по одному убирать. Потом начал тренировать одну руку до 25-30 раз. После этого начал на одной руке, на всех пальцах. И постепенно по одному пальцу убирал. За сколько лет ты до жизни такой дошел? Сколько у тебя занял весь путь? 3-4 года. За 3-4 года? Да, каждодневно. Травмы были какие-то? Были. Научился на двух пальцах отжиматься нормально. Потом мне стало интересно, а можно ли научиться на одном пальце отжиматься. Я думал, это нереально первое время, когда остановился. Просто, ну, стоять просто невозможно было. Потом как-то начал держать баланс. И с каждодневными попытками я научился как-то опускаться. Точку находить. Тут связки работают, да, тут очень важна кисть. И я как-то научился держаться, и раз, это у меня получилось. После этого я решил похвалиться, похвастаться. Показал своим друзьям, и в этот момент перенервничал. Да, я встал на него, начал опускаться, и палец соскальзывает, и я на него падаю, выбиваю. Естественно, напух, не сломал, выбил. Неделю ничего не делаю. Через неделю я с больным пальцем пытаюсь это еще раз делать. Просто становлюсь на него, он опять падает. После этого я думаю, все, палец это один невозможно. Бросаю это дело, отжимаюсь просто на пальцах, занимаюсь, ну, как обычно. Все. После этого год прошел, два, мне опять стало интересно. Ну, как же так, надо попробовать. И я опять постепенно начал к этому идти и пошел. И сейчас все получается. Да. Единственное, я даже правша, а отжимаюсь налево. То есть вот таким, да, вот образом. Да. На правой руке не делаешь пока? Нет, нет. Правый сустав. Не позволяет. Вот вы с Лешей отличаетесь тем, что вы используете, ну, не те методы традиционные, которые в голове у бойцов сложились, что если качаться, это обязательно идти в качалку, да, то есть это тренажеры какие-то, штанги, жимы, лежа, прочее. Леша известен своими силовыми трюками, подвигами, скажем так. То, что ты показал, меня удивило. Идет ли, вот каким образом вы эти методики нарабатываете сами, с кем-то делитесь? Вот они бойцам лучше подходят, чем история чисто качковская? Вот как ты считаешь, да, Леша? Да, потому что я тоже занимаюсь в спортзале, и мне, ну, я занимаюсь тоже на силу. То есть у меня все тренировки, все, которые я не делаю, жим лежа, спина, ноги, я делаю силовые. То есть я именно стараюсь делать все, может быть, даже с точки зрения правильности я его, бывает, неправильно делаю, но я включаю все тело. Если я беру вертикальный жим, тягу. Тягу, я ее делаю всем весом. Я ставлю большой вес, ногами упираюсь и вытягиваю. То есть делаю. После этого, когда мне нужно забиться, я ставлю маленький вес и делаю классический технический правильный. И так все упражнения. То есть у меня, основная цель сила. У меня бицепс на вот этом скамье мне подавали в короткой амплитуде, я сделал 130 килограмм. Меня один человек держал, трое подавали.
Ну, на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить съемку фильма. Пойду утоплюсь. Я же ничего не понимаю, чем я занимался всю жизнь. Чем вас тут кормят в Ростове? Чем вас тут кормят? Такие вот друзья у нашего главного героя. Не верите, приезжайте в Ростов, вас всему еще научат. А вы продолжайте смотреть наш фильм. Будет еще очень много интересных фишек. Я сам уже слежу с интересом. Ну вот и все, друзья. Прошел день с нашим богатырем. Я надеюсь, фильм вам понравился. Вы знаете, каждый мой герой чему-то меня учит. И это тот случай, когда парень практически в два раза моложе меня служит для меня большим примером и мотиватором. Я очень рад, что наша русская земля богата такими богатырями. Я очень рад тому, что Леша согласился сниматься. Надеюсь, вы просмотрели фильм на одном дыхании. Давайте пожелаем ему успехов, давайте пожелаем ему оставаться таким же мощным, таким же добрым, таким же светлым человеком, каким он есть. С вами был Сергей Бадюк. Фильм «Страна героев», серия «И один в поле воин». Берегите себя.